Всем привет! Начиная с этого выпуска Turbo, я буду рассказывать не только об играх для NES, но и для других платформ. Сегодня речь пойдет о бродилке Mr. Nuts для Sega Mega Drive или Genesis. Эту игру мы с двоюродным братом Сашей проходили в 90-е годы. Я приезжал к нему, или он ко мне с приставкой, а картридж я подарил Саше на день рождения. Позже, уже на эмуляторе, я увидел Mr. Nuts в цвете, а так мы проходили в черно-белом режиме. История создания игры такова. Жило-было подразделение британской игровой компании Ocean Software Ocean France. Когда оно закрылось или претерпело реорганизацию, программист Пьер Адан и художник Филипп Десоли решили создать инди-проект и выпустить платформер для Амиги, тогдашнего популярного персонального компьютера. Наработки были показаны основной Ocean Software, которая согласилась стать издателем, однако не для Амиги, а для Super Nintendo и Mega Drive. Изначально игра называлась Squirrel's Game, затем была переименована в Mr. Nuts с S на конце, и поскольку это могло читаться как Мистер Придурок, издатель настоял на еще одном переименовании, поставить в конце Z вместо S. Также претерпел изменения сам герой, Белка. Он стал несколько менее мультяшным. Разработка для Super Nintendo заняла 18 месяцев, а затем еще 6 для Sega. Из обеих версий был исключен водный уровень. Хотя оба разработчика участвовали и в других проектах, Mr. Nuts стал самым известным их детищем. На сайте художника Десоли есть некоторые эскизы к игре, а следы Пьера Адана в игровом мире теряются с 2006 года. Увы, по этот год Адан не участвовал более в чем-либо уровне Mr. Nuts. Помимо версий для SNES и Sega, Mr. Nuts был выпущен для Game Boy и Game Boy Color. Версии для SNES и Sega вышли в 1994 году, хотя разработка началась в 1993. 11 января 1994 была собрана окончательная версия для американского релиза под SNES, 20 июня для японского под SNES и 18 августа для Sega. Вот и она. Конечно же, только такую игру и следовало подарить брату на день рождения. Первый уровень столь вкусный, что от него нельзя оторваться. Вы управляете белкой, собираете орешки, которыми можно бросаться, отмахиваетесь от врагов хвостом и прыгаете супостатом на головы. Классическое для бродилок управление и механика. Плавная анимация, приятные звуки и музыка. Справедливости ради сравним с версией для Super Nintendo. Обычно считается, что SNES версии игр лучше, в них больше цветов, лучше графические эффекты и так далее. Однако графика в сеговском Mr. Nuts нравится мне больше, она быстрее и красочнее. SNES версия отличается от сеговской также отсутствием системы паролей и несколько другим дизайном уровней, а также эффектами масштабирования. Thank you.
Вернемся же к варианту для Сеги. Сюжет, впрочем, в обеих версиях одинаковый, и он довольно условный. Кажется, что все силы разработчиков ушли на программирование и графику, а до толковой закадровой истории руки не дошли. Белка Мистер Натс должен предотвратить новый ледниковый период, который собирается устроить главный злодей игры, Йети по имени Мистер Близзард. К нему надлежит пробиваться через многочисленные уровни, упорядоченные по местностям. Лес, другой лес, жилой дом, вулкан, облака, окрестности цирка, снега. Благо, на каждую местность дается пароль, что несколько упрощает игру. Ведь если поначалу все достаточно просто и кажется, будто вся игра будет такая детская, то с каждым уровнем сложность возрастает. Кстати, первая местность нравится мне больше всего, и она лучше всего проработана. Даже приближение к боссу-пауку обставлено с некоторой таинственностью. Уже со второй местности, почему-то названной парком развлечений, хотя на деле это просто другой лес, начинается, если не хардкор, то очень близко к нему, а также появляются разные прыгалки и переключатели, пропустив один из которых, попадаешь просто в безвыходное положение. Нет, выйти можно, но где искать еще один переключатель? Очень здорово сделан дом. Посмотрите на анимацию сиденья стула. Некоторые объекты можно двигать. Вообще в движок игры заложено очень много всего, что в итоге используется лишь несколько раз за всю игру. То есть потенциал игры не раскрыт целиком. Конечно же, в конце каждой местности есть босс. В передачах Turbo я нарочно стараюсь или показывать боссов очень коротко, или не показывать вообще, чтобы не отбивать у вас желание пройти игру самостоятельно. За домом следует вулкан. Как вы можете заметить, я играю хреново, потому что между прохождением мною игры и записью этой передачи, для которой снова пришлось проходить игру, был перерыв 2 десятка лет. Конечно, я потерял квалификацию, и ни о каком спидране не может быть и речи. Не до жиру быть бы жив. Опять же бросается в глаза некоторая нелогичность наполнения уровней. Вот эти здоровенные ежи лучше бы смотрелись в лесу, но в лесу их нет. Может быть, кроме художника и программиста, в команде разработчиков должен был работать еще сценарист. При идеальной графике и замечательной бродилочной физике уровни порой лишены цельности. Но, возможно, это следы того, что задумывалось что-то одно, а пришлось сделать иначе. А вот местность Mean Streets с цирком Шапито на заднем плане. Вообще в английском выражение Mean Streets обозначает то же, что у нас криминальный район. Другое же значение трущобы. Явно такое же несоответствие названию, как в уровнях, которые якобы парк аттракционов, а на деле лес.
снежный уровень, красивейший, с очень многослойным параллаксом, разумеется, скользкий, и должен быть, по идее, сложнее предыдущих, однако он проще вулкана. В конце вас ждет главный злодей, Йети Мистер Близзард, улыбчивый, с красными глазами. Он был бы легче других боссов, если бы не дул на вас метелью, ведь Близзард переводится как метель. Это самый напряжный момент, в остальном тактика сражения с боссом определяется довольно быстро. Все силы уходят на прыжки во время метели, это чертовски сложно. Концовка игры, которую я не показываю, меня разочаровала настолько же, насколько очаровала сама игра. Скажем так, если вы прошли Donkey Kong Country и не остались довольны ее концовкой, такое ощущение будет и от концовки Mr. Nuts. В том же 1994 году Mr. Nuts был портирован для Game Boy компания Planet Interactive. Поглядим, как у них получилось. Довольно неплохо. И в 99 году Mr. Nuts выходит для Game Boy Color уже от издателя Infogrames французского и изначальных разработчиков игры Пьера Адана и Филиппа де Солли. Эта версия игры ближе к варианту для SNES, нежели для Sega. Если вы прошли первый Mr. Nuts для Sega или SNES, то помните из титров, что нам обещали продолжение. Оно в некотором виде существует. В 1994 году совсем другие разработчики, немцы, Neon Studios, создали, а затем издали через Ocean продолжение Mr. Nuts для Amiga под названием Mr. Nuts Hoppin' Mad. В 1995 году игра была портирована на Sega, однако так и не увидела свет, не была издана. Лишь в 2012 году из просочившихся в сеть исходников на ассемблере русский программист Metallic, известный также работой над эмуляторами Main и Demel, скомпилировал игру, и она появилась в сети в виде рома. Давайте познакомимся с ней. В игре два режима. Карты с видом сверху и, собственно, уровни, куда можно попадать, путешествуя по карте. Уровни по скорости и физике похожи больше на Соника. Графика ярче, чем в первой части, пожалуй, даже слишком яркая, а картинка как-то грубее.
Хотя, вообще говоря, скорости белки-то быстрые зверьки. И в первой части Мистер Натс вышел, как для белки, довольно неповоротливым. Полное прохождение игры занимает около 4 часов, хотя это короче, чем амижная версия, та вообще проходится за 6. Для сравнения, поглядим на эту версию для Amiga 500 и Amiga 600, занимающую 4 трехдюймовые дискеты. Мне не удалось записать звук, поэтому в качестве озвучки ставлю музыку из сеговского порта этой игры. Отличная, хотя местами неумеренно яркая графика, неплохой геймплей в бродилочных областях, нудный там, где вид сверху. А еще есть существенный минус – однообразные уровни в пределах одной области. Причем, если в первом Мистере Нация области короче, то во втором натыкано множество уровней в каждой области, и сходство начинает наскучивать, учитывая общую нехилую протяженность игры. Стоит отметить, что изначально амижный Мистер Натс был не про Мистера Натса. Немецкие разработчики, много позже создавшие Sacred 3, делали игру Time and the Flying Squirrel. Таймет – летающая белка. Вот как выглядит Таймет. Но когда предложили опубликовать игру Ocean Software, те сказали, мол, у нас уже есть герой белка, давайте менять. И в немецкой игре главный герой Таймет был заменен на Мистера Натса. Мистер Натс 2 игра для любителей быстрых бродилок вроде Соника. Если бы убрали вот этот вид сверху, приглушили палитру да придумали хороший сюжет, то здесь он еще нелепее, чем в первой части. Во второй части инопланетные куры пытаются захватить мир. Учитывая кислотные цвета игры, так и хочется спросить, что курили. На этом выпуск Turbo завершается. Всем пока!